Конечно, армия мне все-таки дала. Вот я считаю, что мне она на пользу пошла. Как-то стал более такой дисциплинированный, организованный, ответственный. Ну и за себя постоять. И в то же время найти правильный компромисс, что тоже немаловажно в жизни. Вся сложность понять это. Потому что бывают моменты, когда он возможен, компромисс. Но бывают моменты, когда нельзя идти на компромисс. Так же, как вообще понять правильность пути. Я думаю, большинство проблем у людей не потому, что они лишены каких-нибудь способностей, а в том, что они неверно себя трактуют. Им кажется, что он вот здесь, вот, а ему надо вот сюда.